Друзья, это Music Mag TV. Мы по-прежнему исследуем стенды выставки Super Boost 2019. И вот тут мини-стенд. Уже на самом деле вечер, и все пиво пьют. И нас тоже, конечно, тянет это делать. Но мы должны, друзья, делиться с вами тем, что здесь происходит. Поэтому я держу себя изо всех сил в руках. И вместо того, чтобы бежать на улицу и покупать, кёльнское светлое, я хочу вам показать кое-что интересненькое. Вот это. Девайс называется Joy. И представляет собой он. Очень необычный, интересный USB-контроллер. MPE совместимый, то есть по модной нынче технологии он поддерживает полифонический автотач. Здесь у нас имеется сенсорная панель, очень чувствительная. И что немало интересно и немало приятно. То есть понятно, что вот сюда вот накладываются такие вот разные резиновые накладочки, каждая из которых соответствует тому или иному режиму, в котором вы можете использовать контроллер, то есть клавиатура. Вот такая вот более модулярная, скажем так, клавиатура. Пэды, гитарный гриф, XY панели, сенсорные ползунковые панели, еще целая куча у них на сайте есть разных на самом деле накладок. Все это, естественно, отдельно опять же продается. Вот переходите на сайт PlayJoy, там все, естественно, подробно объясняется. Цена, кстати, сразу цена, то есть чтобы вы себе голову не ломали, не думали, какой уж это даже дорого, наверное. Цена 300 евро вот за базовый модуль, и все эти наклеечки, накладочки, они продаются по отдельности, каждая из них там стоит каких-то, довольно маленьких денег, в районе от 20 до 30 тоже евро. Покупайте любые, используйте. Вот. Панель здесь очень чувствительная, очень интересная, то есть она на самом деле все это программируется, разумеется. Любые типы касаний поддерживает. Можно использовать там, например, какие-то современные, если у вас синтезатор поддерживает MPE, современные возможности вот так вот делать глайды аккордов, делать какую-то модуляцию вот такого плана, как это на роли, например, делается. Использовать нами всеми теперь любимый Yamaha CS80 и ставить, например, здесь аккорд. А второй рукой здесь соло слайдами играть и так далее. Вот можно использовать вот такие шарики, как pitch и модуляция одновременно с исполнением и так далее. У каждой из этих накладок, естественно, есть свои там какие-то специфические нюансы. Вот примерно так. Вот. Ну и работает это все. Что интересно-то? Таким образом, что когда вы заменяете накладку, пресет и все настройки в программе, они автоматически тоже меняются. То есть вы, например, можете шпарить соляк на клавиатуре, потом убрать это, поставить сюда гитарный гриф на лету, так, знаете, на сцене вальяжно так разместить здесь другую накладку и продолжить уже на басу играть. Будет с одной стороны гитара. Миша меня спрашивает, что будет, если два положить? Вот можно положить ведь вот так и положить еще вот сюда. И в этом случае, если вы правильно все запрограммируете, здесь будет басуха, а здесь будет, например, контроль каких-то эффектов. Можно использовать три маленьких, можно использовать, например, здесь барабаны, здесь фейдеры, а здесь XY панель. Вот так вот примерно все это работает, друзья. И тут на самом деле рассказывать особо нечего. Единственное, что я хочу поделиться с вами вот тем, как это в реальном времени все играется. И очень играбельный девайс, я вам скажу, прямо классно, приятно. Ни одной маленькой клавиатуры с полноценными клавишами, вот, которая мне в руки попадала, я такого кайфа, честно скажу, не получал. Пэды очень отзывчивые. То есть динамика есть. Все вот это можно делать. Это то же самое, естественно, и с клавиатурой, и со всем остальным. То есть вполне себе такой играбельный, классный, компактный девайс с кучей возможностей за 300 евро. Вот, понравилось, идите на сайт, подробнее смотрите. Он уже продается, но мы побежали дальше. А может быть, даже на улицу побежали за кёльнским светлым. Вот, не переключайтесь, в общем.